В общем, вот здесь бесплатно туалет. Мы на Лансароте. Приехали к этому, к черту, дорога. Вот тут чертик. Тут написано, ходить нельзя. Ходить нельзя. Вот такие вот камни. Они вот в этих камешках выращивают. В общем, вода скапливается в этих порах. И потом растение уже обогащается водой с минералами. Вот. Поэтому тут виноград очень вкусный. Тушкин, орел и решка. Там, кстати, вон эти верблюды. Тушкин, орел и решка. Вино тут пило. Они сказали, мы зайдем в магазин и там вино купим. Одно же вино купили на Фуэртевентура. Классное вино, которое делает ресторан. Вообще очень вкусно. И с иранками познакомились, которые живут в Вене. Какие-то очень богатые мадамы, женщины. Моя родственница их фотографирует, а я хочу вот это, верблюдов немножко сфотографировать. Верблюдики. Вот такая землица. Надо тоже будет ее потом набрать. Может, думаю, орхидеи в ней хорошо будут расти, если перемешать, чтобы это и корни не загнивать будут. Так, туфели покажу. О, вот чертик, а что-то все с ним фотографируются. Тут у нас это, уборщики. Что-то убирают, с камней, наверное, пыль сметают. Вот уже красная. В общем, а что он там делает? А, отсосник приехал. Какашки забирает и воду наливает. Вот, видно, в принципе, та же здесь. Что? О, караванчик. О, эти верблюды. Ой, посадили. И едут. В общем, смотрите, даже тут видно. Земля разного цвета. Она красная, желтая, чуть-чуть белая. Говорит, в 11-м году извергался вулкан. Чертик, привет. Вон там видно. По-моему, 14-этажное здание. Самое высокое у них. Центр города. Вот здесь мне вот это хотелось показать. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Разноцветная земля. И она такая говорит. Мы как будто живем на Луне или на Марсе. На Марсе красная планета. И здесь тоже. Бог войны, скорее всего, тоже здесь поживает. Извергается, ругается. Красный. Красный, белый. Очень красивая была тоже на Тенерифе землица. Но нам не разрешили фотографировать, потому что проезжали мимо. Сказали, посмотрите, вот здесь красиво. Вот здесь вот верблюды. Вот их верблюды. Кусаки. О, разлегся. А их там вон огромное количество верблюдов. Это наш автобус. Погодка сегодня вот такая, но надеюсь, дождя не будет. Так вот, Тушкин пил вино, сказал, очень вкусно, насыщенно минералами. О, верблюдов просто тут огромное количество. Местный абориген притулился, орет по телефону. Смотрите, как их много. Все живут только на туризме. Я! Весь глюк. Нет.
Камиль шайсы гитлей. Ага, на какашку наступила. Богата я буду. Все, сегодня играем в лото, в это казино. Вообще вон. Вот. Смотрите. Все. Да. Вот. Такое огромное количество верблюдов. Все.